Бывали хуже времена? Пожалуй, нет. Это каждый раз одно и то же в нашей стране. Только мы вырвемся, только нам кажется, вот, все, мы наверху, как нас сбрасывают обратно, ну, чуть не в помойную яму. Это Россия моя страна. Со всеми ужасами, со всеми страхами. Я считаю, что, находясь здесь, мы продолжаем быть теми, кто мы были, есть и будем всегда. И я и сейчас не молчу. Я сейчас, мы шучим здесь, а не на Первом канале, или на Втором, или на Третьем. Мы не выходим на площадь, мы не орем, мы не кричим, мы не устраиваем безумных истерик по этому поводу. Я считаю, что вы не молчите, меня не молчат. И таких у нас немало. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст «Смотри в оба» и мой любимый гостевой видеоформат. И сегодня у нас в гостях совершенно невероятный человек, замечательный. Тоже любим. Любимый, без сомнения. Алла Ефремовна Гербер. Спасибо. Писатель, публицист, кинокритик, киновед, сопредседатель фонда «Холокост». И, наверное, я еще что-то забыла. Алла Ефремовна, но я буду называть по старой дружбе просто Алла. Конечно. Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогая Ирочка. Рада вас видеть очень. И я вас очень рада видеть. У нас, в принципе, есть информационный повод. Хотя Алла Гербер сама по себе информационный повод. Но в самом начале года наступившего на YouTube-канале «Культура достоинства», очень, кстати, соответствует вашему образу, вышел 6-серийный фильм Александра Зельдовича, который по совместительству... Мой сын. Не просто кинорежиссер и замечательный, а сын Аллы Гербер. И вот в этих 6 главах, 6 монологах Алла рассказывает всю свою жизнь. Это я говорю сейчас зрителям. Какую-то ее сотую часть. В том-то и дело. Я видела огромное количество интервью с вами. И на «Эхе Москвы», когда мы еще работали. И у Кати Гордеевой, конечно, которая признана, понятное дело, иностранным агентом. И я поражалась, когда вы рассказывали вот в этом фильме о себе бездонности воистину вашей памяти. Сколько вы всего помните, сколько вы всего знаете, скольких людей, сколько событий. Катя Гордеева задала в своем интервью вам вопрос, который многие сочли неделикатным. Она спросила: Алла, сколько вам лет? Понятно. Вы тоже в 46? Я должна отвечать? Дело в том, что ваш сын Саша выложил этот фильм не просто после Нового года, а к вашему дню рождения. Почему даже юбилей? Нет, ну да, будем юбилею, да. Это 2 года назад же был. Ну, скажем. Съемка-то была 2 года назад. Хотелось бы юбилей. Мы озвучим эту прекрасную цифру. Это не неделя, это не какой-то... Чего-то мне очень... Юбилей я могу сказать, что это много, я тоже могу сказать. Я не могу произнести эту цифру. Она меня прям пугает. Я ее когда произношу, мне прям холодно становится. Прям мне не по себе, у меня дрожь начинает. Я, конечно, могу сказать, что мне 90, но мне от этого тяжело. Так, мы сейчас сгладим тяжесть, потому что Катя задала этот вопрос вовсе не из желания, да, какую-то бестактность совершить. Она хотела, чтобы зрители восхитились мощью интеллекта, тем, как вы выглядите, несмотря на цифры, которые... Любую цифру, честно вам скажу, после 45, я думаю, вы знаете, выговаривать очень не хочется. Да? Вот. И это тот самый случай, мне кажется, вот когда, это, по-моему, Коко Шанель приписывают слова, что в 20 лет... Человек имеет то лицо, которое у него есть от природы. Ну, 40 она там меньше говорила, но сейчас времена изменились. Лицо, которое он сделал так или иначе, а все, что дальше, это лицо, которое человек заслужил. И вот все вместе, весь образ, лицо, мысли. В общем, все прекрасно, и лицо, и душа, и одежда, и все-все-все. Подъехал. Вот эти все ваши и монологи, и интервью, там было несколько тем, которые меня очень зацепили, и мне бы хотелось как-то поподробнее это все обсудить. Во-первых, мне бы хотелось задать вам вопрос,
Часть его сформулировал поэт. Я вторую не буду. Бывали хуже времена? Пожалуй, нет. Но в какой-то степени для меня были хуже времена, когда папу забрали. Для меня лично. Общие времена не были хуже. Они были плохие, очень плохие. Но они не были хуже. Никогда не было такого полного провала завтрашнего дня. Вот полного ощущения, что завтра вообще не существует. Оно, конечно, есть, оно, конечно, будет, и разное всякое, но оно куда-то провалилось. Его надо вытаскивать, я не знаю, эскалатор. Полная потеря завтрашнего дня – это, пожалуй, самая страшная примета сегодняшнего дня. Какой-то такое, я бы сказала, скачок, такой резкий скачок куда-то назад, как будто себя взяли за шиворот и кинули через какие-то океаны, реки, озера, туда бросили, туда-обратно, на тот берег, который очень-очень далеко. Но мы его помним, мы его знаем. Он не так уже и далеко, этот берег. Он виден, мы его в своей памяти, кто такие, как я, он в нашей памяти, мы его чувствуем, мы его и помним, и осязаем. Вот я только хотел сказать, мы его осязаем, именно осязаем. Поэтому и вот с этого, вот этого дальнего берега, как это, куда это мы будем переходить, через какие мосты, на каких пароходах, на каких лодках, кто будет освещать нам эту дорогу, какая она будет, и кто будет наш гид, кто будет наш перевозчик, кто и как и куда. И куда мы будем двигаться? Вот вы самое страшное. С другой стороны, смотрите, вы вспоминали, да, вот и в этом интервью, и в своих монологах. На вашу жизнь пришлось несколько эпох, фактически. Да, да, в общем, да. Довоенное время, счастливое детство, счастливое... Совсем маленькое детство. Да, маленькая девочка. Да, да. Война та, которую можно и нужно называть, война Великая Отечественная, Священная и так далее. Да. Дальше окончание, да, эвакуация, потом приехали, арест отца, международного сиониста, да, агента международного сионизма. Дальше, оттепель. Недолго. Святое время. Потом заморозки. И, наконец, эпизод, который вот я как раз запомнила хорошо, что вы вчетвером, Аркадий Арканов, Марк Розовский и, по-моему, Гриша Гоня. Гриша Гоня, да. Были в Переделкино и пришли на могилу Пастернака. И вот там вы стояли, и, кажется, Арканов сказал вам, ну чего, уезжаем? И вы говорите, было ощущение полной безнадёги, полной безнадежности. И при этом вы прекрасно понимали, что на вашем веку ничего не изменится. Власть не будет другой, страна не будет другой. Шли еще годы, и вдруг все изменилось. Это нам не дает с вами надежду, вот этот исторический оптимизм, и на то, что будут и мосты, и тот, кто через эти мосты нас переведет. Ведь вы же не могли помыслить то время, что что-то может измениться, причем лучше, в худшее мы всегда можем предположить. Вы знаете, вот что интересно, Ирочка, что мы действительно не могли, но мы ведь пошли к могиле Пастернака. Мы пошли вроде как, ну, вроде как с ним посоветоваться, вроде как вот рядом с ним сказать самое-самое-самое, что нас больше всего мучило, и принять даже там, вот на этой могиле, принять какое-то решение. И мы все вместе, как вы помните, там каждый по-своему ответил «нет-нет». Нет, Гришик, это у меня театр, нет, я все-таки, я еще здесь поработаю. Аркан, это у меня зрители, я еще здесь посмеюсь. Марга тоже у меня театр, тогда он начинался, его театр еще только-только начинался, театр Никитских. И я говорила, ну, а у меня, мои читатели, моя публицистика, мои письма зовут дорогу, куда пойдут теперь все письма, если я уеду. Вот так вот стояли, так понуро, и все-таки потом, когда мы потом пошли, куда-то мы пошли, сидели, какой-то для нас это было очень... Сегодня, кстати, совсем недавно, несколько дней назад, был День памяти в связи с освобождением Освенцима, Марка Розовского в театре. И говорю, Марик, ты помнишь, как мы ходили к Пастернаку?
Мы, конечно, помним. А ты помнишь, что вот мы все-таки решили, что нет? Я говорю, вот ты мне сейчас скажи, почему мы все-таки подумали все вместе, каждый по-своему, что нет? Он говорит, ну, потому что мы все-таки надеялись, что что-то изменится. Ты думаешь, что мы на это тогда надеялись? Вот я не помню, что мы на это надеялись. Но нам, наоборот, нам просто казалось, что нельзя оторваться каждому по-своему, ну, от своего какого-то дела, от того, чем мы живем. И что будет там? Какой-то страх перед там, мне кажется, был самый главный. Не потому, что мы надеялись, что здесь что-то изменится. У нас был страх, даже меньше страх перед тем, как здесь. Это уже было привычное. А страх перед там был очень сильный. Мы никто из нас не понимал, а что будет там. А кем мы будем там? А зачем мы будем там? Вот мы вот, буквально сидели сейчас с ним после этого вечера и разговаривали. Я его поспросил, помнит ли он этот вот день, когда мы в Стернак пошли. Это объяснимо, потому что никто из вас фактически в то время не был там, независимо от того, что мы имеем абсолютно там. Абсолютно. Мы ничего про там ничего не понимали. Мы только читали, мы что-то догадывали, мы это не пережили, мы это не почувствовали, мы это себя не связали никак себя с тем там, мы не перевязали, не сочетнули. Мы были отдельно от этого там. Там существовало далеко и там. А мы здесь не там. А где мы, тоже непонятно. Потому что это такое, в чем мы и как мы живем, тоже было совершенно непонятно. Надеялись ли мы на что-то лучшее, я этого не помню. Единственное, когда вот была надежда, я об этом, кстати говоря, в своих монологах сказала, это когда, да простит меня Господь Бог, когда умер Брежнев. Вот я была в это время Переделкино. Мы часто ездили все Переделкино. Я об этом рассказывала. Это дома творчества, это, конечно, были места, где стукачей замечательные, где собирали всех писателей, художников. У каждого творческого союза был свои дома творчества. И свои стукачи. Свои стукачи. Все мы это знали прекрасно, но тем не менее мы это любили, потому что мы там собирались еще не... свои там собирались. И мы там хорошо работали, хорошо как-то всегда вечерили. Было несколько таких домов творчества: Переделкино, Малиевка, Дублте, Болшон. Болшон для киношников. Да, это киношники. Ага. Киношные. А писательские были эти. Писательских было много. И как-то были еще там уже. И еще Ялта, писатель Милычева. Но самые популярные были и любимые, потому что близко к Москве, их тоже к Москве, это Переделкино и Малиевка, и Коктебель, о чем написано немало и достаточно читать во всяком. Вот. Поэтому... И что, умер Брежнев? Вот я хочу сказать, что умер Брежнев не ночью. Я повторюсь, потому что, может быть, не все ваши слушатели читали мой монолог. Встречал мою дверь в моей палате, ну, в комнате, где я жила, Сима Соловейчик. Был такой замечательный педагог, просветитель. Уринская газета. Уринская газета. Основание в этом 1 сентября. А 1 сентября. Мудрец, который, ну, то, что называется проповедник, самый настоящий. Он мне говорит: Алка, выходи, 2 часа ночи. Я спала, я говорю, что спятила, что случилось? Выходи немедленно. И я, значит, одеваюсь в халат, одела. Что случилось? Давай. И Сашка Свободин здесь. Сашка Свободин, это был такой замечательный театральный. Вы-то знаете, но кто-то слушает, может быть, не знает. Он был умнейший человек, театральный критик. Звонил Толя Гребнев. Теперь скажу, кто Толя Гребнев. Толя Гребнев, сценарист. Юрьевский дождь все, наверное, видели. Вот одна из его... работа был сценарий фильма «Юрийский дождь». Звонил Толю Гребнев и сказал, что Брежнев умер. Все, сейчас по-другому. Где у нас есть бутылка, мы сейчас должны все это отметить. Ну, светлая память, все равно мы сказали светлая память, потому что, ну, понимаете, он был советской власти вместе со своим окружением. Но когда-то он даже был по-своему милым и обаятельным человеком. Ну, такой, какой-то чудак, за которым писали его книжки. Я знала хорошо Тулья Грановского, который писал ему эти... Малую землю, большую. Все эти земли он ему писал. И он стал членом Союза писателей Брежнев. Это было замечательно. И лауреатом Ленинской премии. Да. И что вы, значит, ну, вот решили, что... Мы решили, да, ну вот, да, но он умер, ну все, умер, и до свидания. Но теперь все изменится. Уже не может это все продолжаться. Ну, не может быть сейчас по-прежнему. Ничего, а что было дальше? А дальше был Андропов, и начались жуткие времена.
история. Но недолго. Недолго. Потом был Черненко, какая-то скукоженная такая жизнь была совершенно непонятная. Что это такое? Мы как будто все вот как будто бы как-то сварились в каком-то, в один какой-то комочек. Было вообще ощущение, что расправить плечи, как-то вздохнуть воздуха побольше, как-то пойти по какой-то светлой дорожке просто уже невозможно. Мы все были как стянутые, связанные, скукоженные. Вот именно скукоженные. Вот для меня это слово точное, которое передает то состояние. Но потом пошел Горбачев. И поначалу казалось, что ничего еще не изменится. Ну, а потом пошло-поехало. Потом пошло-поехало. Кто мог думать, я всегда говорила, мама, папа мой умер в 66-м году. Умер. Я говорю, боже мой, если мой папа дожил бы до того, что не будет 5-го пункта, не будет 6-го пункта, то есть партийного билета. Еще это 6-й пункт. 5-й пункт – это еврейский пункт, когда нельзя принимать на работу и в институте и так далее, что откроются двери, откроются форточки, откроются окна, рухнет стена берлинская. Короче, гласность свободы. Мы все стали писать в «Огоньке», в литературной газете. И все это всколыхнулось. И казалось, вот она пошла другая жизнь. Но тут я к этому, что называется, присобачилась так, я вся погрузилась в эту новую жизнь. Эти митинги. Я была одним из организаторов очень больших митингов вместе вот с Мишей Шнейдером и Володей Боксером. Это такие были вот ребята, которые эти сотни тысяч митингов делали, можно сказать, девчонки и мальчишки, которые вот мы сидели в комнате, все это организовывали. То есть, короче говоря, это я... Дальше мы продолжим. Да-да. От состояния без просвета, без надежности, с которым вы стояли у могилы Пастернака, это 70-е годы, да, насколько я понимаю, да? Точно. Да, времени, конечно, прошло достаточно много, но все равно ощущение, что неожиданно нагрянуло, хлынуло, и все, да, это прорвало плотину. Прорвало, и мы все выплыли. Вы, которые уже были на дне, мы уже давно были на дне, мы давно уже наглотались этой воды, этого воздуха, этой гнили. И вдруг мы все выплыли, всколыхнулись. Буквально посмотрели в небо, почувствовали, что мы есть, что мы люди, что от нас еще что-то зависит. Ведь в чем был весь ужас? Хотя мы писали, мы печатались, и все равно было это ощущение, что ты никто. Но от тебя ничего не зависит. Ничего. Вот все, что идет, то, что происходит, от тебя ничего не зависит. Ты какая-то букашка. Ты в каком-то гигантском букашкином хоре. Много букашек, много-много-много. Сотни тысяч букашек вот в одном каком-то большом-большом букашкином хоре. И ты одна из этих букашек. И тут вдруг ты почувствовал свой рост, ты почувствовал свой голос, ты услышала свой голос. Вот эта гласность, это замечательно, это было с понятия гласность. Это твой голос, это твои мысли, это твое слово, которое ты не боишься сказать, которое ты можешь сказать вслух, которое ты не боишься подумать. Мы же боялись даже думать в свое время. То есть мы все работали честно. И я, например, по каждой своей статье могу подписаться, но все равно это был из образа. Все равно я все время думала, что нет, здесь вот надо так, а здесь надо запятую, а здесь вот мы сделали, я это слово я уберу, и тогда эта моя мысль, она пройдет. Надо сказать, что редактор, как правило, вот эта моя мысль, которую я как бы завуалировала, как бы закавычила, как бы... Безошибочно угадывала. И вымарывала. И вымарывала моментально. Это было постоянно на этом лице. Я мучилась, страдала, как бы мне... А потом все это, в общем, вон. Короче говоря, был какой-то сказочный период. Мне очень повезло, я об этом говорила тоже в своих монологах. Когда рухнула Берлинская стена, я была на фестивале в Берлине. Это было, в общем, при мне. Я помню, что с нами творилось, как мы кричали, как мы пили, как мы... Ликовали. Ну, ликование было совершенно такое безумное. Ну, потому что это был знак того, что это вообще все другое. Это вообще другая жизнь. Это был не просто, что стена рухнула. Это был знак новой жизни, которая будет у нас, не здесь, в Германии. Это знак того, что у нас там все будет по-другому. Так оно и вышло. Так оно и вышло. Вот это ликование я не забуду никогда. Оно было, вы знаете, оно было
похожи по наполненности такого победного, или как не на День Победы, который я девочкой маленькой помню, потому что мы рванули с подругой, маленький совсем, 45-й год, рванули на Красную площадь, и вот это ликование общее, которое было, безусловно. Вот такого ликования с тех пор не было никогда, никогда. А тут вот было вот это ощущение, что ну все, открылись все ворота, открылись все двери, открылся мир. Мир открылся, мир открылся. Все, мы видим горизонт. Мы видим, что дальше. Поэтому, когда началась конфликтная история между Ельциным и Горбачевым, потому что я была очень за Горбачева. Я была очень предана Горбачеву. И я была с ним, у нас был он на выставке на нашей памяти Холокоста. И замечательно себя как-то удивительно вдумчиво и проникновенно себя вел, и не забуду, и как он говорил, и как он смотрел, и как он сострадал тому, что мы ему показывали, того, о чем мы ему говорили. Это была первая наша вещь его памяти. Сейчас это уже такие дни, недели памяти все время, они как бы уже завербованы, даже властью стали. А тогда это было еще вот-вот-вот, только все начиналось. Мы пригласили Горбачева. Это было в Доме ученых. И он тогда приехал. Но когда начался этот конфликт между Горбачевым и Ельциным, я не то что была против Горбачева. Почему я как-то стала очень такой активной соратницей Ельцина и всей этой уже истории. Но мне показалось, что это что-то, что все-таки Горбачев из той еще плеяды, хотя он сделал колоссально новое, а Ельцин – это совсем что-то новое, это совсем вот будущее. Это совсем вот такое свежий, молодой, народный. Наверное, что это нужно народу, потому что Горбачев в народе не был очень популярен. Нужен был популярный народ, еще для того, чтобы все-таки это все поехало-пошло. Поэтому я, не будучи не то что против Горбачева, наоборот, очень страдала, что такой конфликт получился. Но я пошла за Ельциным, потому что я считала, что как раз будущее, потому что в нем есть какая-то органика, в нем есть природа, в нем есть какая-то свежесть, в нем есть какой-то темперамент, в нем есть сила, в нем есть стихия, совершенно верно, народная даже стихия такая. И это хорошо. И кто мог подумать, что ваш Саша опять? Это каждый раз одно и то же в нашей стране. Только мы вырвемся, только нам кажется, вот, все, мы наверху, как нас сбрасывают обратно, чуть не в помойный ям. Ну вот что это? Как вы можете вот это объяснить? Ведь смотрите, казалось бы, это же для всех было какой-то и свежий воздух, и все. Почему? То ли потому, что мы, так называемая интеллигенция, страшно далеки от народа. Почему народ в своей массе в итоге идет в другую сторону, в противоположную? Почему он отвергает то, что, по идее, ему должно было бы тоже принести какое-то освобождение? Ну, вот там очень много причин. Там очень много причин. Во-первых, исторически как-то складывалось, что это передавалось, в общем, именно как историческая память, что народу всегда нужен был какой-то сильный такой сильный царь, сильный вождь, чего убеждаемся сегодня, и чтобы ему надо было подчиняться, и не надо особенно там размышлять, не надо особенно там думать. Вот должен быть сильный человек. И когда Ельцин был сильным, когда он показался сильным, а Горбачев не казался сильным, то все были, да, как-то за Ельцина. А потом, когда почувствовали, что Ельцин совсем не сильный, что это только нам казалось, что он сильный, на самом деле он нет, что он в чьих-то... Для народа, я сейчас говорю, это непонятно, что он в чьих-то руках, что кто-то им там руководит, что он не сам по себе. Вот такое было у народа, такое ощущение. Да и там пошло и сверху чуть-чуть, что пошло. И потом мы сделали самые страшные вещи. И это, я считаю, мы все виноваты в том, что в 96-м году не было нормальных выборов. Что не было нормальных выборов. Это совершенно... Это что называется, возврата нет, понимаете? И важно еще другое, мне кажется, может быть, вы со мной не согласитесь, что вот представители, да, как бы лучшей думающей части народа, те же самые интеллигенты, не сочли нужным объяснить
ценность этой свободы, что она не просто так сама по себе, да, но ей надо учиться тоже. Всегда. Говорю об этом везде и всюду. Самый большой провал получился из-за того, что не умели, не хотели, не научились говорить с людьми, не научились на пальцах объяснять. Когда были гайдаровские реформы, мы с Егором об этом много говорили. Я говорю, что Егор, что люди ничего не поймут, им нужно все объяснять. Каждый момент того, что вы делаете, потому что сейчас они ничего не понимают, и плохо. И много. Да, появилось все на прилавках, но одновременно, что происходит, все остальное, что происходит, сейчас все знают, я перечислять не буду. Это временный период, да, через это надо пройти, но все это на пальцах надо объяснять. Понимаете, не было времени, они спешили очень. Это отдельный разговор, потому что это моя больная тема, потому что я очень любила Егора Тимурча. И знаю, как он страдал, что он не был понят. Очень страдал. Страдал просто до слез. Просто до слез. Я уже об этом рассказывала, что когда наша последняя беседа с ним была в Польше, мы с ним в кафе сидели, у него глаза были забиты слезами, что он понял, что он проклят, что его проклинают, что он действительно много не смог сделать. Ну, во-первых, он не смог, потому что его сбросили. Не дали, он был всего 6 месяцев. Во-вторых, что действительно не сумели народу объяснить, что происходит. Не сумели. Не знаю, можно ли было объяснить, но это было необходимо. Необходимо. Что было важнее, слова или кусок хлеба? Но там кусок хлеба появился, а дальше начались все эти ужасы, которые были связаны с бандитизмом, с... Ну, вообще, просто переустройство, да, на наших глазах. Когда переустройство, когда вы перекраиваете, предположим, вы перекраиваете свое пальто, это же уже другое пальто. Вы не можете его сделать таким, каким он был. Это другое пальто. Его надо приспособить к себе. Его надо научиться носить. Это была большая перекройка. Перестройка, перекройка. И, конечно, все это было... Все спешили. Много было потерь. Но тем не менее, все, что касается Егора Тимуровича, это был идеальный, честный человек. Идеально порядочный. Идеально бескорыстный. Идеально. И человек, который не делал себе ни одной копейки, у которого ничего не было, кроме его обычной самой дачи и вообще ничего, который только хотел... Вот, понимаете, это же такие громкие слова. Вот он хотел служить отчизне. Отчизне он хотел служить. Родине хотя по-настоящему. Не вот этими помпезными глупостями и дурацкими всякими наборами персидских слов. Он хотел своим знанием, своими возможностями, своим пониманием. Он думал, что экономика все изменит. Он думал, что сразу экономика все потянет. И суды потянет, и выборы потянет, и все демократические свободы и ценности. Всю экономику... А она сама стала задыхаться от того, что этого не было. Это был замкнутый круг. Это был замкнутый круг, потому что остались все те же пирамидки остались. И в этих пирамидках пошел рынок. Но он был все равно запущен в те же самые сосуды, в те же самые составы. Без суда, без выборов, без свобод, без демократических ценностей. Он, мы сейчас, кстати говоря, он сильную сделал экономику в итоге, его рыночная экономика. Она и сейчас побеждает. Хотя идет сложная ситуация, и, так сказать, и все понятно, да? Но экономика побеждает, что самое интересное. Мы сейчас не рухнули экономически. Это только то, что было заложено как рынок, как рыночная экономика Гайдара. И она, в общем, вытягивает. Довольно-таки умелых руках. Ну, вот смотрите, Алла, вы сказали, что вот когда тогда, в 70-е, ничего не знали, что там, да, и не уезжали. Потом открылся мир. Появилась возможность ездить сколько хочешь, ну, сколько можешь, сколько хочешь по-разному, увидеть мир и так далее. И вы тоже очень много ездили, и более того, 24 февраля 22 года вы встретили, насколько я знаю, в Израиле. Нет, я была здесь. А вы вернулись? Я вернулась. Потом. Я уехала. Потом. То есть вы уехали? Я уехала через какое-то время. После 24-го. Вы уехали? Я весной уехала.
Три месяца был, когда я уехал. Ну, как раньше, помните, был такой анекдот про анкету. Были вы за границей, советского человека, если да, почему вернулись? Вопрос очень простой. Вы уехали. Уехали очень многие, а вы вернулись. Почему? Ну, во-первых, я уехала не как уехала. Я поехала. Я поехала в Израиль. Это не был сознательный отъезд. Это не то, что я собрала шмотки, заперла навсегда свою квартиру, или сдала ее куда-то, или ждала ее. Я поехала. Посмотреть, смогу ли я жить не в Москве, без того, что есть для меня моя жизнь. Потому что я московский человек, родившийся в Московском художественном театре, в Московской консерватории, в Московской ты-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 ты. Это так. Это вам не смогу ли я без всего этого, это может по-разному называться, вот что, вот в другом воздухе, в другой атмосфере, на других тротуарах, в других домиках, за другими людьми, смогу ли я вообще, не говоря уже о том, что я буду делать. Кому, в общем, там нужно. Ну, послушайте, уже вы могли бы там ничего не делать. А я так не могу, Ирочка. Я все-таки должна понять, что я еще кому-то нужна, что еще что-то есть во мне такое, что он... Нет, меня даже... Я знаю даже, что меня... Я же занимаюсь 32 года холокостом, что меня даже за эти мои заслуги хотели сделать почетным гражданином. Но не в этом дело. Мне никакие звания, так сказать... Ну, хотя это много, и надо еще понимать, что есть еще просто жизнь, просто быт, просто расходы, ну, просто элементарные вещи, без которых человек не может жить. Он должен есть, пить, он должен спать, он должен мыться, у него должен быть свой быт. Вот я очень хорошо помню, когда я сидела как-то в каком-то кафе на центральной улице, я помню, на какой, и была суббота, и шли очень много людей. Я сидела, а навстречу вот мимо меня шло очень много людей, молодых, с детьми, с какими-то красивыми собаками, сами. Там очень много красивых людей, очень много красивой молодежи. Вот они шли и шли бесконечно, гуляли, шли к морю. А я сидела где-то вот так вот, на выходе. Это, напомним, было задолго до 7 октября, когда она тоже грянула. Да. Конечно. Очень надо, да, конечно. И вот я подумала, честно скажу, честно, ну вот до слез, я подумала, это мой народ, да это мой народ. Но моя лето страна. Не потому, что она плохая или хорошая, замечательная, чудесная. Но моя ли она страна вот так, как я чувствую ту страну под названием Россия. Со всеми ее ужасами, со всеми ее кошмарами, со всеми ее жестокостями, со всеми ее... уродливостями, со всеми ее карикатурностями, со всеми ее немыслимыми совершенно выходками. Но все-таки вот что она мне ближе, вот та, которая вот такая, через которую я все прошла, и все свои, когда меня угоняли с работы по много раз уже, и арест папы, и все, это там, это моя страна, а Израиль не моя страна. И я поняла, что да, что вот это моя страна. Вот Россия моя страна. Со всеми ужасами, со всеми страхами. И она моя, наверное, потому... Наверное, это какая-то биология. Наверное, это что-то такое вот сюда поселившееся. Наверное, если, может быть, я бы решилась и уехала, может быть, я прижилась бы, может быть, я привыкла бы. Ну, может быть, если я была моложе, что тоже очень важный момент. В молодости можно все менять. Молодости не страшно. Мы молодые просто не знали, что так можно. Можно менять страны, можно менять работы. Мы не могли молодыми. Конечно, мы не могли. Мы даже не знали, что так можно. Не могли ни физически, ни по заботу, ни паспортов и так далее. И может, это вот то, что так вот мы были... Так вы посмотрите, все-таки люди моего поколения, моего, ну, помладше, предположим, помладше, все-таки... как-то не уезжают, потому что они не понимают, что там с ними будет. Нет, есть люди, которым вообще-то все равно, лишь бы там была квартира приличная, и так сказать, можно машина, и так далее, можно жить. Но есть же разные люди.
Если, а если люди, вот как мы тогда вчетвером стояли, для которых это... Понимаете, мой родной русский язык, это же тоже очень, Ирочка, вы это понимаете, как никто. Потому что вы тоже существуете, мыслите, молчите, смеетесь, плачете на русском языке. И это так, это так. Даже если мы с вами там знаем немножко английский или менее немножко, там по-разному. Тем не менее, наша родина русский язык. Но это так. Я не знаю, я это так ощущаю. Потому что всю мою жизнь я на этом языке, что называется, сплю, на этом языке молчу, на этом языке плачу, все на этом языке. Ну вот смотрите, многие люди моего поколения и младше, да, уехав, сегодня нам стараются сказать, особенно тем, кто остался, значит, и вам, значит, и мне, что мы, оставаясь сегодня здесь, так или иначе, мы оправдываем, легитимизируем то, что происходит, якобы от нашего имени, раз мы остались здесь. И раз уж мы, люди творческие и вкусившие свободу, мы просто обязаны уехать, в противном случае мы несем прямую ответственность за все, что творится. Мы несем ее, нет сомнений. Но как вы относитесь вот к такого рода... Ведь это и к вам обращение. Конечно. Вы человек творческий, у вас миллион возможностей уехать и к сыну, и в тот же Израиль. Вы остаетесь. Вот для меня, во-первых, это прямой аргумент для тех людей, которые сегодня это говорят, оскорбительный, на мой взгляд, для нас с вами. Да? И, во-вторых, вот что вы на это можете им ответить? Это один из самых сложных, между прочим, вопросов, на которые очень хочется ответить предельно, предельно честно. Лапидарно. Да, предельно спокойно. Мне наоборот хочется ответить. Нет, а мне не хочется. Не свойственны мне манеры. А мне хочется спокойно ответить. Мне хочется дать возможность тем, кто там говорит, чтобы они вместе с нами подумали, почему, вот, почему мы здесь, и почему мы не осуждаем тех, кто уехал. Наоборот, уехал ни в коем случае. Но есть такие, которые, как мы, которые здесь. Ну, во-первых, я уже сказала, что есть какая-то такая, как пуповина отрезается. Ну, как пуповина отрезается? Ну, вот для некоторых людей это очень сложно. Вот я принадлежу к этим людям. Во-вторых, я считаю, что, находясь здесь, мы продолжаем быть теми, кто мы были, были, есть и будем всегда. Вот вы, Ира Петровская, со всеми замечательными качествами, которые вам были свойственны до всех событий. А я, Алла Нербер, который тоже... Доброе имя, так же, такое же, как у вас, и с этим добрым именем я не собираюсь расставаться. Доброе, да, значительное. Да, я не собираюсь с ним расставаться. И я и сейчас не молчу. Я сейчас, мы шучим здесь, а не на Первом канале, или на Втором, или на Третьем. А звали, кстати, куда-нибудь? В последнее время нет. В последнее время это слава, знак качества. Да, да, знак качества. Нет, совсем не совсем. Раньше меня звали хотя бы всякие передачи об актерах и так далее. Тут всегда звали. Сейчас не зовут вообще. Потому что я здесь, и все, что я вот сейчас вышел на канале YouTube «Культура достоинства», мой фильм, я там достаточно много говорю, очень много. Последний честен, просто очень много. Но все, что можно, я сказал. Все то же самое, что говорят те, кто нас осуждает. Абсолютно. Все то же самое совершенно. И у нас есть слушатели, и мы не боимся, между прочим. Мы находимся в более опасном состоянии, чем находятся они. Потому что с нами могут сделать все, что угодно, любыми. Потому что мы не молчим. Мы не выходим на площадь, мы не орем, мы не кричим, мы не устраиваем безумных истерик по этому поводу. Но мы не молчим. Я считаю, что вы не молчите, но я не молчу. И таких у нас немало. А знаете еще, что важно, мне кажется? Вот я сказала, тоже здесь. Да, Дима Мурат, безусловно, тоже мужчина, иностранный агент. Венедиктов тоже здесь. Венедиктов, иностранный агент, все иностранные. Еще важно, вот да, вот для меня есть люди, которые мне дают силы здесь жить. Это и вы, в первую очередь, да? Но есть люди, которым мы даем тоже эту опору. Я была несколько раз... ситуации, когда я прихожу, я редко сейчас хожу на какие-то премьеры или просто на спектакль. И меня помнят по эху Москвы, и подходили люди, самые обычные, пришедшие на спектакль.
и говорили, не веря глазам своим, а вы здесь? То же самое. Вот, я думаю... То же самое. Я была на нескольких спектаклях. Да, и потом говорили спасибо. Да, вот. Спасибо. Обязательно я спасибо вам за все, и за все, что вы говорите, и все, что вы пишете, и спасибо вам за то, что вы здесь. Это большое признание. Это важное признание. И это важнейшая причина, почему остаются люди вашего уровня и вашего статуса, и вашего влияния. Я считаю, что вы еще здесь не бесполезны. Мы очевидцы вообще. Мы очевидцы. А вы пишете что-нибудь? Сейчас ведете какой-нибудь? Сейчас я сейчас делаю такую книжку, называется «Мое кино». Вот вернулась к такому периоду моей жизни, когда было кино, делаю такую интересную, как мне кажется, занятную книжку. Я беру какие-то свои такие яркие статьи про кино 70-х, 80-х. Они у меня все связаны очень с жизнью. Я никогда не писала только как киновед. Я всегда писала, шла от экрана к жизни. У меня обратная такая связь была. И я перекидываю этот мостик с сегодняшнего дня. Я как бы перечитываю эту статью или это интервью, и что-то такое говорю от сегодняшнего дня. Обращаюсь к той своей статье, к той своему интервью. И вот такая вот такая перекличка времени всех 70-х, 80-х и сегодняшнего дня. Мне кажется, это довольно получается занятно. Это я делаю, но я делаю это со своим помощником, такой у меня Зима Дозарец, потому что я не пишу, а говорю, он записывает. У меня беда с глазом. Мне сделали ненужную операцию. Я потеряла один глаз, и я сейчас очень плохо пишу. Но вы знаете, есть люди, которые говорят, как пишут. Ну, вот я говорю, наверное. Да, поэтому я думаю, что у политобработчика не очень много в этом смысле. Вот он тоже говорит, что как будто вы написали. Слушайте, Алла, а вот вообще вот этот вопрос и эта проблема, что ли, да, вы тоже немного об этом говорите в своих монологах. Вы говорите, вспоминаете самые и мрачные, и менее мрачные, но тяжелые времена, что все равно, несмотря ни на что, вы оставались свободны внутри себя. Да? Вот эта внутренняя свобода во внешних несвободных обстоятельствах. Вообще, зависит ли это состояние, твоя внутренняя свобода, обязательно от этих внешних обстоятельств? Да, в какой-то степени, конечно, зависит. Но есть еще то, что называется характер. То, что даже тоже, вот то, что от меня не зависит. То, что дали мне папа с мамой, о чем я и книжку написала, мама и папа. Вот они мне дали какое-то чувство независимости и свободы. Вообще не боятся. Я картавила. Давай, читай стихи. А все мне говорят, что я там способная очень. А картавила отвратительно. Папа говорит, очень мило картавишь. Очень. Читай. И Боря Мглу, и небо кроет у меня заставлено читать. Представляете? Я была толстая. И, ну, я очень хотела танцевать. Он говорит, танцуй. Отвел меня в кружок, куда меня не хотели принимать как толстую. Но он добился. Он говорит, нет, пусть танцует. Она не собирается в балет Большого театра, но она хочет танцевать. Пусть танцует. Идеальный родительский подход. Идеальный. Ребенка не совершенно идеально. Гнобить, да, и не внушать. Наоборот. Комплекса, а его мотивировать. Это осталось во мне. Понимаете, вот это во мне осталось. У меня нету какого-то чувства страха. Я довольно независимый человек. Я никогда особенно ничего не боялась. И сейчас не боюсь. И сейчас. Единственное, что я об этом я тоже честно сказала, по-моему, вот в интервью, мне кажется, в интервью или в этих монологах, что я не стала совсем сближаться в свое время с диссидентами, ну, типа там Орлова, Лариса Богораса, потому что у меня умер и папа, и муж. Я остался ребенком. Мама и я. Мама вкалывала свой немецкий язык в школе. И я боялась, что если меня арестуют, то вырастет вообще у Саши. Вот тут я вам честно скажу. Я была очень к ним близка, они мне были очень интересны. Я бы никогда не вышла на Красную площадь в 68-м году. Вот я знаю точно. Только из-за сына. Потому что я понимала, что если меня арестуют, то что с ним будет. Вот это да, вот это я говорю совершенно честно. Но это другое, это чувство сохранения и самосохранения. Нет, это не в чистом виде такой вот страх. Нет. Это не страх, это абсолютно сознательное решение. Это не страх, это понимание того, что я не имею на это права.
А я вспомнила еще, вы рассказывали историю или описывали, вот вы вспомнили, папа говорит, картавишь, читай, буря мглой небо кроет там. Да. А, толстая, танцуй прекрасно. Что когда вы тоже девочкой бегали во дворе, и вам крикнули «Еврейка, еврейка!» И когда вы пришли в слезах, и что папа сказал? Ну, это гениально было, я не забуду никогда. Я пришла, он говорит, что ты платишь? Я говорю, меня дразнили. Он говорит, как тебя дразнили? Еврейка, еврейка. Вот это они думают, что тебя дразнили. А ты, и дальше папина интонация, а ты еврейка. Это так же прекрасно, как быть грузинкой, русской, француженкой. Ты еврейка. Вот это я запомнила на всю жизнь. Ты еврейка. Это так же прекрасно, как быть. И это та-та-та-та-та-та-та. Вообще, папа был, конечно, не... У папы было замечание, я должна рассказать это. Я не помню, папа мне не рассказывал это, Катя. У папы была потрясающая шутка. Мы идем там с ним гуляем. Какой-то мальчишка что-то там... Ну, что-то ножку подставит или что-нибудь. Он, папа, не обращает внимания на это, или там плюнет шею. Как... Слушай, привет, привет. Ну, ладно, успокойся. Как твоя фамилия? Иванов. На полном серьезе, я говорю, не придумываю. Ах, ты сын того самого Иванова, говорил папа. Ну, передай привет папе. У тебя замечательный отец. Сами понимаете, он не знал его папу, не знал. И тот совершенно обалдел. Но представляете, что это для мальчишки? Какой чужой дядя. Сказал, что у него прекрасный отец. Отец, наверное, может быть, вообще черти знает что. И он ему сказал, что у него замечательный отец. Передай привет. И вот так он играл в это очень часто. Что-то такое останавливал. Ты как твоя фамилия, какой имя такой? И ты тут совершенно обалдевал, этот герой этого Иванова Петрова Сидора. Вообще папа был, конечно. Что говорить? Я таких людей больше не встречал. Не потому, что он был мой папа, а потому, что он был такой вот Гербер, какой-то замечательный совершенно. Я, знаете, когда была одна из избирательных кампаний, то я шла в центр, я не прошла. Когда ночью, когда были нормальные думы, нормальные выборы, денег у меня не было. Я же прошла. А потом я шла от центра. А к центру был прикреплен Израиль. Те, кто наши, кто жил там, были, так сказать, по-прежнему оставались советские. Ну, русские. Не советские, это уже не советские. Да. Ну, короче говоря, я была в Израиле, и там шла моя избирательная кампания. И я в таком городе забыл, как он называется. На А. Не стыдно, что я забыл. Да простят меня израильтяне, которые это будут слушать. Значит, я там выступаю, все такое. И вдруг выходит, идет прямо по залу человек, ну, уже пожилой, и говорит, Аллочка, а я ведь с вашим папой рядом на нарах лежал. Вы можете себе представить? Но он уже был пожилым человек к этому времени. А тогда он был молодой. Еще совсем когда он с папой был на... Ну, конечно, скажем, ваш папа, благодаря вашему папе мы все просто выживали. Он нам стихи читал, он нам песни пел. Чего он только не делал, с чего он только не придумывал. Он фантастический был человек. Он говорит, потом уже, когда стало... Или потом мы с ним уже сидели и разговаривали, когда уже закончился этот вечер. И он говорит, когда Сталин умер, то стало полегче. Вот папа пришел только домой только в 57-м году. Он говорит, 54-м, 55-м, может, становился уже легче. Не такой был. Это был лесоповал. Папа был в Азерландии. Азерландия – это страшно. Инженер-конструктор. Да, валил. Да, валил деревья. Его заставили еще пить. Прагматично. Да, уже голос потерял. Его заставили... И там был какой-то идиот, который, когда они шли на... Самый наповал, на лесоповал, он заставлял папу запевать, как они... И папа пел, представляете, и он потерял голос. Просто все, держался без голоса. То есть, в смысле, петь больше не мог никогда. А у нас ни одной записи, а папа был потрясающий голос. Но это целая история. Короче говоря, вот он говорит, что он нам пел, он нам, даже когда стало уже полегче, он нас, с нами какие-то спектакли, нас играл какие-то... Ой, хор какой-то сделал. Когда даже какое-то самодеятельство предрешили. И я никогда в жизни не забуду вашего отца. Да что? Я вам все время думала, ведь совсем в невыносимых условиях жили ваши родители, ну и мои, да, там немного в другое время.
но частично. Что им давало силы оставаться людьми и все равно надеяться на что-то, не знаю, на что. Когда папа вернулся, там целая история, я пропускаю, когда вернулся, и мы вошли в квартиру, перед тем, как войти в комнату, он поставил свой фанерный чемоданчик, из фанеры какой-то был чемоданчик, поставил его на дверь и сказал одно слово «Лехаим». «Лехаим» по-еврейски «за жизнь». Вот это было в папе все время. Всегда. Папа был за жизнь. Я уже много раз цитировал его. Он говорит, не знаю, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место праздника. Вот с этим ощущением он всегда жил. Он из всего делал праздник. В гости идем праздник, к нам в гости праздник. В театр идем праздник, музыку идем слушать праздник. Просто идем гулять праздник. И после лагерей все равно. Остался точно таким же. Точно таким же. Поразительно. Пришел в себя. Через год он стал опять похож на свою президентскую внешность, как все говорили. Опять одел шляпу, свою походку установил, прямая спина, медиа-центр. Это не забываем. Это очень тяжелая тема, потому что она снова появилась в нашей жизни. Да. Антисемитизм, с которым вы сталкивались и во дворе, когда были девочкой, одновременно, я говорю, и при поступлении, когда вам прямым текстом сказали, что со своей фамилией, внешностью и национальностью нет смысла даже поступать в университет. Да? А потом, как будто бы, вы тоже об этом говорили, это как вот явление, как проявление всего самого темного, что есть, а, в людях других, пропало. И вдруг опять мы видим вот конкретное и реальное этого проявления. Что это? Почему это неизменно сопровождает опять циклично нашу действительность? Какой вы можете этому найти объяснить? Это очень большой, долгий и очень серьезный разговор об антисемитизме и о его личности. Он какой-то вечный. Никуда он не исчезает. Он тухнет иногда, а потом он опять такой маленький-маленький фитилёчек, а потом он опять разгорается, становится ярким огнем, ярким пламенем, потом опять тут в зависимости от обстоятельств. Вот это интересно, что во время перестройки, когда гласность свободы и так далее, был уже ужасный расцвет антисемитизма. Потому что свобода пошла. А свобода дала свободу не только, простите меня, светлым и замечательным, идеальным людям, но и всякого швали. Они тоже почувствовали свободу. Все эти скинхеды, как вы знаете, память общества, они же вожвались в Багдаде. Ну, что-то это я все, как сказать, процесс организовал и поклялась памяти своей бабушки, погибшей в гетто в Одесском. То есть она до гетто не дошла, она умерла в пути. Когда ее тащили с пятого этажа, она, как соседи потом папе рассказывали, она уже на телегу уже труп положили. В общем, короче говоря, это особая тема. Памятью, я сказала, будет процесс. А процесс был. Мне повезло, он судью замечательного Муратова, кстати. Фамилия была Мурат. Все Муратовы, оказывается, порядочные люди. Вот. И он дал ему год тогда. Ну, то есть сам повесился, то ли его повесили. Старший, да. Ну, погрузчик, который тогда убирайте жены, убирайте дизайн. Обычный набор. Потому что тогда был, я очень много этим занималась. Я, кстати говоря, пошла, когда меня позвали, вот Илья Айтман предложил мне организовать опыт, вот этот центр, научно-политический центр «Холокост», потому что я тогда очень прославилась как антифашист. Но я, кстати говоря, когда была в Думе, потом, не в это время, потом, когда я попала в Думу, я организовала первое и последнее слушание в Думе об опасности фашизма, сами победившие фашизм. Это тоже было довольно крупное сорт. Так вот, этих скинхедов, этих молодчиков было очень много, этих памятников. А это живет, ждет своего часа. Тогда мне лично сказали, что тебя жидовка, мы зарежем собственной постели 5 мая. Я об этом Щекотихин сказал, нашему любимому журналисту Айошко сказал об этом по телевизору, не ссылаясь на меня.
Тогда многие евреи поднялись и стали уезжать. Кстати, в результате всей этой истории с этим погромом и с этими угрозами, что будет именно настоящий погром, уже большой погром 5 мая. Так что швань всякая немного, ее много. И это любимая песня швабцами. Ну, что вам сказать? 2 дня назад я ехала в такси. 2 дня назад. И таксист очень такой симпатичный на глаз человек. Очень милый какой-то. Сначала он мне что-то там говорил про погоду, то все. Потом он разговаривался, что он против того, что там люди гибнут на фронте, какие-то такие. А потом он такой сказал, вы знаете, он, я вам скажу, я жидов ненавижу. Я говорю, что? Нет-нет, я евреев люблю. Вот я к вам хорошо отношусь, вы евреев, я говорю, евреев. Я жидов не люблю. Вот жиды – это такая страшная штука, эти жиды. Вот жиды-то, кстати, вас, евреев, уничтожали. Они давали Гитлеру деньги на то, чтобы он вас, евреев. А жиды – нет, это тоже евреи, только они жиды. Плохие евреи. Их очень много, этих плохих евреев. Они давали Гитлеру деньги. Вот сейчас, вот все, что сейчас происходит, вот эта вот операция военная, или так назовите, как хотите, это все жиды организовали. Это все жиды, которые там с рубежом, но все жиды. Это их рук дело, что у нас сейчас вот такая, что наши ребята гибнут. Наши ребята и соседского братского народа. Я вам цитирую. Ну, и вы удержались со своим темпераментом? Ну, я сказала, что я удержалась, потому что я понимала, что у меня вступать с ним в дебаты было бы самое нелепое. Я только сказала, ладно, скажите, пожалуйста, а у вас не работает ваш музыкальный? Мне бы музыки послушать. Это все, что им стало. И он понял и заткнулся. Оставил мне какую-то музыку. Но когда это в каком-то смысле поощрять. С ним говорить, с ним объясняться, ему что-то объяснять. Это все понятно. Но когда на уровне государственном, я имею в виду, в эфире, например, да, когда тот же самый, наверняка хорошо вам знакомый Никита Михалков открывает псевдонимы, да, специально... Никита Михалков абсолютно убежденный антисемит давно. Я когда-то не буду рассказывать подробности, потому что не хочу называть имена. Я ушла с одного дня рождения после выступления там тоста одного Никиты Михалкова. Я просто ушла, убежала. Потому что это абсолютно антисемит. Довольно темный, как ни странно, человек. Когда-то был хорошим режиссером. Был такой с ним случился. Абсолютно темный человек. Крайне нет воды, его пили жиды. Вы должны быть виноваты. Для одного виноваты во всем эти вот жиды, которые... Ну, это же тоже деньги давать. Удобно, да? Не надо искать никаких других. Да, конечно, все есть, конечно. И то, что сейчас Вань с Ваней воюет, вот это, как мне сказать, такого я еще не слышала. И так, кажется, жиды все организовали. Но такого я не слышала. Значит, есть в народе. Наверное, человек не первый, который так думает. Да, мне кажется, в принципе, можно возбудить в любом, в массе, я имею в виду, можно возбудить любое темное чувство, если особенно любые. Сказать, что так можно. Любые, хотите грузину, хотите кармену, хотите чишки. Если начать говорить что-нибудь такое и упорно на этом настаивать, то все будет. Потому что есть виноваты. Вот это все наделали. Эти чёрки или эти... Ну да, лучше не произносить эти слова, потому что они сами по себе прямо такие отвратительные. Отвратительные, мерзкие. Я бы сказала, мерзотные. Мерзотные. Но поэтому я, именно потому что я очень болезненно воспринимаю антисемитизм, очень. Я человек, который никогда и в молодости, и потом, и всю жизнь я не понимала, не пойму, и до конца своих дней не пойму, как можно не любить какой-то народ. Как это можно? Или приписывать. Или приписывать худшие части всему народу. Это тоже потрясающе. Да. Я после этого не понимаю. Но при этом я как еврейка, как папа сказал, ты еврейка. Вот я как еврейка, я ненавижу антисемитизм. Я ненавижу. Слушайте, я не еврейка, я ненавижу антисемитизм. Когда было 7 октября, вы знаете, со мной такое творилось, а мне надо ехать немедленно в Израиль. Что я там сделала, я не знала. Но у меня было такое чувство, что я должна немедленно туда ехать. Я должна что-то делать. Ну, потому что это невозможно. Это опять 25. Это невозможно. Потому что я 32 года в Холокосте. Я 32 года занимаюсь Холокостом. Уже можно с ума сойти.
И дело уже даже не в том, сколько убитых, измученных, дело даже не в 6 миллионах, а дело в тех тоже тысячах, которые все это творили, которые все это... Что такое есть человек? Я 32 года в Холокосте, и я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю про человека. Потому что это были люди с университетским образованием. Это были умнейшие люди, образованные, которые сидели и думали, как бы лучше, как бы ловчее убивать. Технологичнее. Как чтобы газовые камеры работали, ну, они как работали. Чтобы быстренько можно было убирать эти останки или эту пыль, которая осталась. Это то самое, о чем много написано. Да. Банальность зла. Но мне бы не хотелось сейчас на этой ноте заканчивать, а нам надо заканчивать. Поэтому я все равно я хочу вспомнить жизнелюбивого вашего прекрасного, по вашим описаниям, рассказам папу, который, несмотря ни на что, придя, сказал «за жизнь», и который говорил, что в жизни всегда есть место празднику. Поэтому... Нет, он вы оптимист. То, что он сказал, что не знает, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место праздника. А я думаю, в некоторых обстоятельствах праздник может стать подвигом. Или, по крайней мере, жизнь, которая вполне себе без подвигов, но протекает так, как ей положено, достойно, это уже без... совершения каких-то подлостей, мерзостей в отношении других, и когда человек при всем при том делает свое какое-то дело, для которого он родился и предназначен. И вы ровно такой человек. Поэтому, дорогие друзья, спасибо большое. Мы только что провели этот разговор, надеюсь, для всех интересный, замечательный Аллой Ефремовной Герберт, надеюсь, не в последний раз. Спасибо. И, пожалуйста, смотрите наш канал «Номедиа из России», подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и найдите обязательно, я давала ссылку вот на эти монологи Аллы Герберт, или просто спасибо. Найдите в Ютубе, и вы получите еще большее удовольствие, чем от нашей беседы. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам тоже большое. Очень мы хорошо поговорили. Спасибо.